Всех приветствую. Сегодня я продолжаю знакомить с нюансами и интересными особенностями по часовому инструменту, который попадает ко мне. Сегодня мы посмотрим и обсудим вот такой набор сейц для работы с камнями. Немцы меня, наверное, поправят, скажут заяц, но Пьер сейц все-таки жил в Швейцарии и разработчик, и был, наверное, все-таки больше французом, судя по его имени и фамилии. Ну и, соответственно, наверное, все-таки сеть. Так вот, для работы с камнями, кроме банальных простых вещей, камень убрать, камень поставить, существуют еще задачи, такие, например, как подвинуть камень по высоте для регулировки люфта на сотые, тысячные доли миллиметра. Такие, например, как вы подобрали камень с нужным внутренним отверстием, а внешний диаметр камня такой найти не можете, и он либо больше, либо меньше. Тогда нужно развернуть отверстие или его стянуть, уменьшить. И для всего этого необходим специальный прецизионный инструмент. Почему это нельзя делать традиционными, простыми какими-то способами? Ну, достаточно хотя бы такого факта, что если у вас камень определенного размера, то отверстие под него должно быть всего лишь на 0,01 миллиметра меньше, чем диаметр самого камня, чтобы была нормальная фрикционная посадка. Соответственно, необходим прецизионный инструмент. Вот сейц и как раз и есть такой инструмент. И я сейчас расскажу вкратце, что здесь есть, что для чего предназначено. Значит, набор состоит из самого пресса и большого количества оснастки к нему. Ну, здесь вот мы видим плоские пуансоны, пушеры, толкатели, можно называть их как-то так. То есть они от 0,65 мм до 2,95 мм, вот я взял самый большой, чтобы показать, это плоские толкатели. Они предназначены для движения, демонтажа и установки камней, где есть плоская поверхность. Если камень не плоский, если он сферический, то существуют вот такие толкатели, также от 0,65 мм до 1,75 мм, по-английски concave, и, соответственно, они вогнутые, то есть вот внутренняя часть, она как бы вогнутая. Она принимает форму камня и, хорошо прилегая к нему, не создает точек напряжения, и вы спокойно можете с ним работать. Кроме того, существуют еще вот такие вот самоцентрирующиеся пушеры с подпружинным центром. Вот сейчас я покажу, как это работает. Работает это вот так. То есть центр подпружинен. Сделан он, состоит из самого вот этого центра корпуса. Сзади есть вот такой вот винт фиксирующий, и там пружинка. И также размер от 0,65 мм и до 2,95 мм. Они помогают за счет вот этого вот конического вот этого вот центра подпружиненного правильно позиционировать камень для того, чтобы он не смещался. То есть находит центр камня за счет отверстия и вот этого центра. Вот основные виды таких вот толкателей. Кроме того, здесь есть вот эти вот обратные пуансоны, которые ставятся с нижней части, и они нужны для выполнения своих задач. Также есть для установки рычагов пуансоны, а также есть вот эти вот стягивающие для стяжки отверстий. То есть вот эти вот пуансоны позволяют уменьшить диаметр отверстия. То есть сделать его меньше. Происходит это вот таким вот образом. Кроме того, у нас есть так называемые пушечные сверла. Это сверла такие с определенной заточкой. Выглядят они вот такая у них конфигурация. То есть половина снята и заточена. Такая конфигурация позволяет не потерять центр, и когда мы доходим до вот этого вот уже части цилиндра,
она как раз точно соответствует размеру. То есть вот в моих руках сейчас 2,59 миллиметра диаметр. Вот здесь. Как раз нужен для камня размером 2,6 миллиметра. Чтобы сверлить, требуется специальное приспособление. Я его покажу. Кроме того, в моем наборе еще есть вот такая дополнительная палетка. В ней 4 пуансона для уменьшения диаметра отверстия часовой стрелки часов. Также в нем есть вот эти вот 2 пуансона для увеличения фрикционности для стягивания минутного триба. Ставится внизу, а этот, соответственно, двигается. И также есть вот такой вот наборчик. Это для измерения толщины какой-либо заготовки. То есть полированный столик и, соответственно, к нему вот такой пуансон. За счет микрометра это делается измерение. Теперь посмотрим на сам пресс. Сам пресс действительно такая выстраданная конструкция. Сразу смотришь на нее, понятно, что она рождалась не вот так вот за вечер нарисовали и сделали. Потому что очень много нюансов полезных. Ну, начну я с того, что внизу стоит вот эта вот плата для того, чтобы можно было работать с разным совершенно с разными заготовками плоскими. Значит, снизу есть вот такой винт, куда выпадают камни, и отсюда можно их, собственно, забирать. И сразу скажу, кроме винта, сюда можно дополнительно было бы купить и поставить специальный центр на пружине, который бы мог позиционировать заготовку снизу. То есть, если, например, я высверливаю отверстие в мосту баланса, он установлен сразу на платине, и я сразу позиционирую отверстие под камень на платине с помощью вот этого нижнего центра и уже знаю точно, что я никуда не сместился, что мое отверстие и в мосту будет строго в этой оси. Но это отдельная комплектация. Ручка здесь съемная, и надо сказать, это хорошо, потому что есть задачи, когда она не нужна. Также здесь есть вот этот вот держатель для нашей оснастки. Вот таким вот образом ставится. Выфрезерованные здесь под штифт направляющие. Штифт вот здесь. Штифт под пружину. То есть, если я не попал направляющий на штифт, ничего страшного, я не застряну. Он будет у меня ходить, просто он будет крутиться. И когда он дойдет до штифта, штифт выйдет. И здесь я уже попаду и не будет вращаться вокруг своей оси. Сам вот этот вот держатель. Далее. Здесь есть такая микрометрическая гайка, которая позволяет регулировать ход. Вот сейчас я вставлю держатель оснастки, и вы видите, как данный штифт вот, при вращении опустится. Все, зафиксировалось. То есть у меня моя микрометрическая гайка ограничивает ход вот этого вот держателя. Давайте попробуем сейчас сделать извлечение камня. Я подобрал такой верхний пуансон, а нижний мне нужен с отверстием. Ну, например, возьмем вот этот. Поставим вот таким вот образом, такая конфигурация. Вот наш мост. Почему нужен вот этот нижний пуансон, понятно. Здесь форма не плоская, если пытаться извлечь камень, то просто погнем вот эту часть. Поэтому мы смотрим обязательно, что снизу нужно поставить, чтобы было безболезненно. Вот сейчас я спозиционировал. Сейчас позиционирую, покажу. Вот таким вот образом. Теперь легким нажатием. Регулировка микрометра. Легким нажатием мы выпрессовываем камень. Камня здесь больше нет. Где же он? А он у нас находится вот в этой как раз чашечке.
Вот наш камень. А теперь запрессуем его обратно. Установлю гаечку. Вот что я дальше делаю. То есть я смотрю сторону, которая мне нужна. Ставлю камень и запрессовываю его обратно. Камень на месте. Кроме того, хотелось бы рассказать еще об одной особенности и возможности работы с данного пресса. Ну, во-первых, есть гайка, которая фиксирует микрометрическую гайку. То есть здесь я могу поставить, как мне нужно, зафиксировать. Соответственно, она вращаться больше не будет. И я могу не бояться то, что при работе что-то собьется. Снимаем ручку и откручиваем вот эту вот головку. Существует вот такое приспособление. Гениальное изобретение. То есть при работе с винтом у меня опускается или поднимается вот эта вот платформа. Вы видите, да? Теперь я просто накручиваю эту микрометрическую голову на гайку. И, соответственно, я могу двигать инструмент очень прецизионно. Не усилие за счет ручки, а просто за счет поворота гайки. То есть, не опасаюсь, что у меня что-то может сорваться. То есть, все усилия минимальны. Вот таким вот образом. Я могу действительно подвинуть на какие-то тысячные доли миллиметра вверх или вниз этот камень. Или опустить. Вот такое вот дополнительное устройство для прецизионной работы. Что еще можно дополнить, рассказать о этом зейце? И пару слов хочется сказать насчет сверления. Вот в этом наборе есть такой секрет. Если посмотреть сбоку, то вот здесь вот есть такой держатель. Держатель для сверел. Который вставляется в пресс. Она очень точно спозиционирована. Здесь очень высокая точность. Все до сотых миллиметров. И не выше сотой миллиметра по всем показателям для всего сейца. Ну и, соответственно, здесь устанавливается, ну, например, вот так ответный пансон. И можно что-то рассверлить вот таким вот образом. Диаметры сверл выбираются вот этих разверток согласно, опять же, маркировке на них. Вот этот вот 159, то есть под 160 камень под размером 1,6 мы делаем сверление 1,59 миллиметров отверстия. И затем запрессовываем этот камень туда. Как раз 0,01 миллиметра необходимо для того, чтобы камень надежно зафиксировался. Мне, к счастью, этот инструмент достался с вот этой линеечкой, которая стоит очень недешево. Если вы увидите ее за 100 евро, за 120, за 150 евро, то можно смело брать, потому что ее цена
на eBay значительно выше, и на всех аукционах, где я пытался ее купить, было бесполезно. Значит, эта линеечка предназначена для измерений диаметров ЦАПФ осей баланса. Когда вы делаете ось или когда вы подбираете камень, а, к сожалению, камня нету ответного, нужно очень точно измерить ось. Даже не ось, а ЦАПФ оси баланса. И с помощью вот этого вот количества большого камней мне достался с линейка 44 камнями от 0,07 мм до 0,5 мм. Вы просто подбираете там, где ЦАПФа будет свободно входить и свободно помещаться. И понимаете, что размер ЦАПФа вот такой. И после этого можно будет уже подобрать камень. Подобрать камень можно элементарно по каталогам, существующим даже от советских часов. Очень часто ставят камни куда-то в механизмы, которые произведены не в СССР, не в России. Подобрать можно. Но тогда действительно внешний диаметр камня будет, возможно, отличаться. А мы уже знаем, что делать для того, чтобы развернуть до необходимого размера, опять же, с помощью этого набора. Вот такой чудесный набор мне попался. Он у меня теперь есть. Спасибо за просмотр.